Ты же с нами не идешь. Ну, на 2-3 дня я бы еще пошел. Снимаем. Мужики, снимаем. Пошла съемка, пошла жара. Ну что, я вас всех приветствую. 21 июля 2024 года. Я впервые вышел на этой яхте. Как называется яхта? Чики-чита. Короче, на яхте Чики-чита. В компании классных друзей, которые могут вам показать классный музей. Мы отправились в открытое море. И я даже не чувствую себя ни разу сори. Я даже успел немного порулить. Штурвалом пошурудить, так сказать. Идем мы, значит, из яхт-клуба в Болдерае, в чудесном Латвийском крае, в открытое Балтийское море. В залив. И как раз глубина у нас тут, сколько глубиномер показывает? 12 метров сейчас. Мы расходимся, вот, мы идем параллельно глубокому фарватеру. И офигенная качка! Супер тачка! Короче, один из нас у нас ушел внутрь, а я продолжаю съемку, чтобы было что показать ребенку, а может быть даже внукам. Так, мы прямо по курсу идем на кого? На катамаран. Расходимся с ним как, Серега? Левым бортом мы расходимся, да? То есть сближаемся максимально сейчас, а потом разойдемся. Хорошо. Годится. Короче, супер. Мне нравится. Это вообще кайф. Вот зеленый буй. Вот танкер идет или контейнеровоз. Я не очень сейчас отсюда вижу. Контейнеровоз идет. Контейнеровоз. Да, и короче говоря, вот катамаран идет под парусом. И мы сейчас расходимся между ними, так сказать. Это уже не первое схождение. А это наш маяк, на котором мы были уже тоже, я так понимаю, да, Миш? Были на маяке? Вот, как раз волнорез. Были на велике, когда я 2 года назад приезжал. Или год назад. Что-то а такое. Это... Да. Так, подожди, катамаран-то что, не расходится вообще с нами? Что-то он по курсу по нашему пошел. Прям на нас идет, гад. Охренеть. А уходим, уходим, успеваем. Нормально, расходимся, отлично, супер. Слушай, хорошо, хорошо снимает. 1060. 1080 этих, 60. Это типа GoPro, что ли? Ну да, это круче, чем GoPro. 1080, да? Да, 1080 RS еще стоит. На час съемка. Ух.